Привет! Вот снимаю немножечко наш автовокзал. Погода хорошая, снега нет. Но это, конечно, не очень хорошо, хотелось бы снега. Снег был, несколько дней так даже где-то на полях лежал. Но сегодня нету и не так уж холодно, приятно, прохладненько. Вот я на вокзале. Автовокзал такой у нас, видите, газоны зеленые. Жду я свой автобус. Уже начинает смеркаться. Сумерки уже. Ну, вот такие вот дорожки. Вокзал, вот автобусы у нас такие, я думаю. Такие же, как и везде, все как везде. Вокзал. Сейчас пойду туда погреюсь. Там тепло. И буду дальше ждать. Вот так вот. Какие новости. Про погоду, про природу. Снега нет. Должен еще быть, конечно. Сумочка моя здесь стоит. Вот, всем желаю не болеть, хорошего вечера. У нас продлили карантин до конца января еще. Конечно, вы знаете, когда была первая волна этого карантина, мы еще все как-то роптали, да, думали, что да, вот что-то это там надумано. Нет, сейчас уже много я слышу от знакомых, кто-то заболел. Кто-то был ВКонтакте. Да, действительно, серьезно все. И как у нас здесь говорили по радио, по телевидению, что этот вирус, он мутировал. Вот что еще нехорошо. Он мутировал, и теперь такая как бы волна еще сложнее, чем была. Поэтому это все не шутки. Меры предосторожности принимать надо. У нас все в масках ходят и даже по улицам. На автобусной остановке нельзя без маски. Я сама вчера видела здесь на автовокзале, ехала полицейская машина. И там стояла группа молодых людей без масок. Они их, ну, как вот за них остановились и задавали вопросы. Почему без масок? Ну, я дальше не стала слушать, но я знаю, что штраф за это. Так что вот так вот. Меры предосторожности. Нам кажется, что палку перегибают, но, знаете, лучше эту маску носить, чем руки-то дезинфицировать, да, принимать меры, чем болеть. Если бы таких жестких мер не было, наверное, еще больше бы все расцвел этот вирус. Вот. Так что будем предохраняться. Если по улице идешь, и кто-то вдалеке, вот женщина идет и в маске, пожалуйста. И кто-то вдалеке. Если идешь, и кого-то нет на расстоянии, то можно маску приспустить, дышать нормально, все. Кто-то приближается, маску одеваешь, на остановке тоже. От нашей ответственности тоже зависит многое. Так что вот так, всем здоровья. Будьте здоровы. Носите маски, не болейте. Будем надеяться, что это закончится. Все. До свидания. Всего хорошего. Оставайтесь здоровыми. Пока-пока.